просто уйти, полетели чины, выходит кентавр, ставит в лоб реплика, заходит Дум по фантомке, фантомка продолжает драться, наплевать на это Дум, есть подкоп, можно убить здесь Дума, Дум пока уходит параллельно, атака уже на Фантом Ассасин, полетел Ремнант, выкатывает Рамзес из Фингер оф Дес, фантомка живет до последнего, залетает Хикс, отличный подкоп, последний момент от Зайца, но фантомку, похоже, это не спасет, да, погибает Пашка. Байбека нету, кристаллайза, падает линия. Контратака, давайте посмотрим. На самом деле, реально можно контратаковать? Рамзес рискует, погибнуть. Баш есть, есть стан, есть еще один стан. По станам все неудачно получилось, маком по двоим. Кристаллайз пытается просто максимально фокусить война. Рамзес много урона, Рамзес прокает крит, погибает, Рамзес погибает, Паша! Полетел Маджикл дальше после байбека на Ноуана. Подкоп от соло хорошо, Ноуана глимсует назад, Андерстрайк, есть баш. Врывается кристаллайз, фингер в Дес не хватает урона. Есть стан от Близи, есть даблэйдж от Близи, можно убить Лондруида, есть пизды. Ноуан отсюда, похоже, никуда не уйдет. Еще один рыв от Маджикла и... Фраг Нави! Ой, я просто камбэкует. Вообще с этой игры. Там же сейчас и Рошан. А Рошан уже появился. Супер быстрый Рошан. Сейчас начинает биться. Я писал по Думу. Очень важный фраг может быть. Да. Убили Дума. Дум без байбека. Кристаллайз бьет дальше. Очень много урона и по Свену. Ваку в последний момент. Свен продолжает бить. Выбили Аегис. Врывается дальше Мэджикл. Хорошие фисты. Врывается Близи. Стан по двоим. Дабл Эйдж еще и туда заходит. Появляется Свен. Сразу же на него контроль. Есть Паша. Свен ничего не может сделать. Рамзес должны убить. Рамзес зажимает ультимейт. Нажимает блокинбар. Хотя бы барак добрать. Он за бараком бежит. Баш, и не может добить! Чуть-чуть падает здесь Рамзес! Ой-ой-ой! Ничего не делает, потихонечку ребята идут в трон, тут падает и 4 метра. Что происходит? Используем глиф! Глиф есть у команды Virtus.pro! Ребята, под вулла в реплике, очень много урона! Заканчивает действие глифа, трона! Кто успеет? Нави Virtus.pro! Глиф от команды Virtus.pro! Нет мишки, нет мишки больше! Нет мишки, Magical! И кажется, это решено. Кажется, Virtus.pro все-таки проигрывает эту Нави! Встречу. Вот это да! Не знаю, у меня просто истерический смех какой-то уже. Я не знаю, что это вообще за игра такая была у нас сейчас на наших экранах. Ой-ой-ой-ой.